Ага, Изабелла Марант. Классные белые сапожки. Живанши. Вот вам и грубые сапожки. Грубые сапожки. Ив Сен-Лоран. Туфли Ив Сен-Лоран. Красивые туфли. А вот самые красивые босоножки Валентино. Это все Валентино. Посмотрите, Валентино тоже выпустили эти ботинки, которые носит сейчас вся молодежь, с короткими шелковыми юбками и платьями. Вот такие вот цвета осенние. Вот это вот классный цвет для моего браслета под ту юбочку Миссони. Ой. Да, вот эту вот вещь надо взять. Хотя у меня есть уже такой примерно цвет. Вот такой вот. Вот такой вот. Вот такая модель. И розовый, такой светло-розовый, розы антика цвет. А вот такие у меня красные есть, точно такие. Монте-Карло купила. Так, посмотрим новую коллекцию. Так, это все мне не нравится. Это все Валентино. Пальто красивое, белое. Но какой-то мех... Ой. Какой-то лана. Лана какая-то очень, очень такая. Так, здесь что есть? Вот это вот что такое? Вот такие лимонные цвета мне нравятся. Bottega Veneta. В последнее время мне нравится все белое. Но оно какое-то слишком футуристическое. Красные юбки сейчас модные. О, это шорты. Нет, нет, нет. Шорты нет. Bottega Veneta. Сумки. Вот эта сумка булкой. На дискотеке носить или на вечеринке. Фанта Коста Коста Борса. Ди Булгари. Веро. Коста пелле и кикоза. Dentro, se no vado dentro. 1980. Ah, come quelle di sotto. Sì, questa è un po' più piccolina, le altre sono tutte un po' più grandi. 1980. Красивые вот эти цвета, лимон, да? Цвет лимон, колоры лимона. Девчонки, новая коллекция, осень-зима. Не, это слишком какие-то грубые джинсы. Вот это вот что такое? Юбка красная Ив Сен-Лоран. У меня есть юбка красная, но чуть-чуть подлиннее, из хорошей кожи, пинка. Купила всего за 350 евро. Так что всегда ношу белыми, с белыми шелковыми рубашками. И очень даже элегантно смотрится, не вульгарно, потому что красные с белыми рубашками закрытыми очень красиво смотрится. Вот это вот тоже красивый такой. Это что за марка? Это марка Stella McCartney. Белиссимо. Вот вам сумки, туфли. Это, наверное, Versace, что ли? Versace. Бонжорно! Става Горданда. Так, посмотрим. Длинное платье. Голден. Красивое длинное платье с ремешочком таким высоким. На осень-зиму, как я люблю. Шемизе, да? Что за... Голден Гус.
Golden Goose. Я не знаю, что за марка. Первый раз вижу. 850 евро стоит. Но для меня это слишком темный цвет. Это светлым девушкам будет красиво, русским, блондинкам. Я темная, коричневая. Коричневые цвета на мне будут совсем коричневые. Видите, вот такие. Это, наверное, Versace. А, деса, это Анки Versace, ой. А, да, questa estate. С этого года у них есть еще и Versace. Раньше не было. У Versace иногда есть хорошенькие платья носить на вечеринке. Вот это вот платье так ничего, вроде элегантно. Элегантно. Интересно. Черное немножко так. Черное модерно. Вот вам еще длинное платье. Какая-то неизвестная марка. Это все вот это вот, которое уже Яна Скворцова показывала. Балмен, как его? Балма. Кто-то там из комментаторов написали, что звучит вроде Балма. Так, к сожалению, сейчас это закрывается. В час они на обед закрываются. Я должна выйти. Вот это вот Givenchy красивое. Просто, элегантно. Givenchy. Но что-то синтетики много, по-моему. Но я не люблю синтетику, полиамид и все такое. Французские марки очень красивые, женственные. Это тоже Givenchy. А, нет, это не Givenchy. Какая-то другая марка. Вот все джинсы. Что за джинсы такие? Смотрите, какие цвета темные в моде. Джинсы. Платье вот носить, как говорили, с грубыми ботинками. Здесь вот кожаное. Что за марка? Броняно. Нет, такие вещи мне не нравятся. Я маленькая, ростом 1,60 м. И я буду как колобок. Я буду как колобок. Вот это вот пальто, которое я только что смотрела, белое. Я обожаю белые вещи. Но только не вижу, что за марка. Что за марка, не вижу. Вот рубашки белые. Рубашки белые. Шок. XS, мой размер. Это все темное. Вот такие вот юбки, чтобы носить с ботинками грубыми. Моя подружка высокая, русская, носит такие черные юбки с кедами, носит очень модно. Чао, мора. Сиди, Магрита. Ты белла, кузи, ин джинс. Стретти. Sai che cosa? Questa nuova collezione? Questo l'ho preso l'anno scorso. Sai perché tu sempre usavi quelli di giapponese, tipo kimono, tutto largo. Какая красивая итальянка, bella italiana. Adesso quanti anni hai? Adesso ne ho più di 30 anni. 60? No, non so me lo dire. Io 53 adesso. Tu? No, ne ho 50. Vabbè, siamo giovani ancora, 57, giovanissimi. Ho preso da Videolook, avevano 160 euro per 80 euro. Bello. E questa marca, perché adesso c'è. Ah, ho capito. Lina. Sai che cosa metto? Metto qua tuili di... Puoi cambiare. Tuili di, come si chiama? Hermes. Sai che ti devo dire che siamo in chiusura, però non sì, volevo... esco. Non volevo, da. Mi dispiace. Потому что они закрывают в час, уже час, уже даже больше, ci чем час. Ci vediamo pomeriggio, apriamo le tre. Sì. Vengo a guardare con... Guarda che mi fa piacere, torna. Sì, grazie mille. Grazie a voi, grazie a voi. Buona пальто тоже красивое. Ciao, grazie. Ciao. Peccato che è finito sconto. Perché io ero a Jesolo, tornata ieri sera. Ah, che bello. Ciao, cara. Ciao. Vot Fendi. Non credo, forse domani mattina passo. Dai, ci vediamo domani mattina.
Ну, это что за плед? Девчонки, надо выходить, потому что закрывается на обед. Они тоже должны обедать. Уже час дня. Откроется в 3:30 после обеда. Это моя старая знакомая. Это, как ее называется, продавщица. Ей 57 лет. Итальянка такая. Она все время раньше носила брюки широкие, как кимоно японская, а сегодня увидела в джинсах узких, она сразу такая помоложе стала, так что надевайте джинсы узкие, надевайте рваные джинсы, шорты, и будете выглядеть всегда молодо. Всем привет от Джасминки и Витаминки. А, прямо вот закрыто у них даже, смотрите, скуза, чао, бонжорно.